Первый слой асфальта. На дороге Уссурийск-пограничный госграница укладывают покрытие. Трудятся мастера последовательно. Сначала идет машина, которая готовит основание. Это 6% цемент, толщина 18 сантиметров. Столько же асфальтобетонное основание. Мы работаем по проекту, он прошел экспертизу. Я думаю, что здесь прочность будет обеспечена. Так, ну, также можно судить и по участкам дороги, которые были реконструированы ранее, в принципе, они вроде бы себя показали в эксплуатации неплохо. Сейчас дорожники укладывают одну полосу для движения за мостом, который находится за Новоникольском, плюс делают полметра кромочной полосы для безопасности. Параллельно готовится укрепленная обочина в 1,5 метра. В ближайшие дни планируют запустить автомобильное движение по этой стороне, а рядом строить вторую полосу. После обе части покроют еще одним слоем асфальта. Это будет третий слой, то есть мы нижний слой разбили на два, то есть, соответственно, после того, как мы перепустим движение, пройдем нижними слоями, мы встанем, сделаем весь упор именно на верхний слой и постараемся как можно быстрее закатать все верхним слоем, чтобы уже была готовая продукция. Работы идут на мосту и развязке. Мастера устанавливают железобетонные конструкции, балки. Пока строительство не завершат, запускать движение под развязкой опасно для автомобилистов. Также еще необходимо доделать земельное полотно на участке 800 метров в районе развилки. Здесь же уже уложен черновой слой асфальта протяженностью в 1 километр. Если в ближайший месяц не будет продолжительных дождей, то к концу июля строительная компания планирует закончить укладку асфальта почти на всем участке и запустить движение. Главное, говорят дорожники, чтобы была хорошая погода. Тогда вся работа закончится с опережением графика. По контракту срок сдачи объекта – декабрь этого года. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс.